Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy A31 зайти в режим Recovery. Для этого нам нужно в первую очередь выключить устройство. И после его полного отключения удерживаем комбинацию клавиш кнопка включения и кнопка громкости вверх на несколько секунд. Экран загорелся, можем опустить все клавиши. И мы попадаем в режим Recovery. В режиме Recovery у нас имеются такие опции, как в первую очередь, чтобы перемещаться по режиму Recovery, используйте клавиши громкости, и чтобы сделать выбор, клавишу включения. Здесь у нас имеются такие опции, как Reboot System Now, Reboot to Bootloader, Apply Update from ADB, Apply Update from SD Card, Wipe Data Factory Reset, Wipe Cache Partition, Mount System, View Recovery Logs, Run Graphics Test, Run Local Test и Power Off. Чтобы выйти из режима Recovery, вы можете выбрать первый пункт Reboot System Now, перезагрузить телефон, или же Power Off, что просто выключить телефон. На этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!